Классный аппарат. Я крайне рад, что он попал в мои руки. Командир батальона бригады, охраняющей северную границу в Ровенской области, показывает американский военный автомобиль. С недавних пор этот внедорожник на службе в теробороне. Используем для медэвакуации, для транспортировки продуктов, воды. Точно так же можно и БК транспортировать. Грузоподъемность у него до 2,5 тонн. Он может большую часть вооружения подвести к парням на передовую. Хамви разработан специально под военные потребности. Машина полностью бронированная. Одна дверка весит едва не тонну. Бронь. Аппаратище. Автомобиль обладает высокой проходимостью, с легкостью способен преодолеть любое бездорожье, даже болотистую местность. И при этом машина экономная, отмечают бойцы, которые уже протестировали ее в Ровенском Полесье. Расход у него детский, 23 литра. Если взять BMW X5, X7, у которых расход по 20 литров, то это даже смешно. Вездеход прост в управлении. Мы не видим здесь каких-либо рычагов, как в самолетах, штурвалов. Просто и элементарно. Масло, топливо, спидометр, температура и зарядка аккумулятора. Газ, тормоз, коробка, автомат. Есть у нас стоп, есть у нас старт. Завели и поехали. На крыше оборудован боевой модуль с бронированной защитой для бойца. Мы его немного усовершенствовали. Видите? Пулемет «Каник», канадский, 12,7. Кругооборот у него 360 градусов. На востоке Украины «Хамви» уже давно помогает украинским защитникам уничтожать противника. Теперь заокеанский армейский внедорожник будет нести службу еще и на границе с Белоруссией. Там, по информации командования Объединенных сил, снова начали проверять боевую готовность национальных войск.